Интересная картина у нас нынче получается. Когда на текущий момент многие делают обзоры на новенькие 14-е айфоны, анализируют ее камеру, производительность, ее новую челку, Dynamic Island, который, не стесняясь, китайцы уже сразу спиздили для своих новых телефонов, кто-то на программном уровне, кто-то нарочно делает такую же челку. В 22-м году я делаю обзор на iPhone 13 Pro. Фью, господи, прошлогодний iPhone, что ли? Господи, ты что, нищеброд, что это за говно? Выкинь его нахуй! Блять! Сука, там рядом пульт лежал. Чуть телефон не уебал. Но спешу развеять множественные спекуляции, потому что, во-первых, этот телефон приобретался в августе, но это не самое важное. Важнее всего то, что это, в принципе, мой первый iPhone спустя почти 10 лет пребывания на устройствах с Андроидом. Как же так получилось? Ну все, начинается. Сегодня у нас маки, завтра у нас айфоны, а потом что, очко подставлять начнешь? Здорово, подписчики Мишины. Да, это я, Гриша. Я купил Мише айфон. Так что все. Гриша, вытащи хуй из моего таблета, я устал уже, рот болит. Да, в этом, как обычно, посодействовал многим знакомый нам Григорий, вот только в этот раз это уже не совсем подгон, хотя изначально так оно и планировалось. В чем вообще суть? Мне нужен был айфон. Очень нужен был айфон. Гриша, вытащи хуй из моего таблета, я устал. И у меня было несколько вариантов, как можно более-менее выгодно его взять. В первую очередь я хотел дождаться презентации на 14 айфон, потому что тогда было много слухов, что они либо как-то откажутся, во что я верил слабо, либо видоизменят свою челку, в это я верил больше. Подумал, что окей, все равно я никуда не тороплюсь, можно как бы и подождать, тем более, если все будет выглядеть более-менее окей, можно будет сразу нарыть себе новиночку, почему бы и нет. Да, возможно, сделка с точки зрения финансов оказалась бы далеко не самая выгодная, с учетом санкций там пришлось бы доплатить некую мзду, в любом случае нужно было просто дождаться, что будет и как. Второй же вариант, если вдруг выясняется, что с дизайном новинки все будет как-то вот ну не то, то я пока на время покупаю то, что выходило раньше, начиная хотя бы с 12-го айфона. Очевидно, что цены на них, скорее всего, бы точно упали, причем не только на Авито, но и в самих магазинах тоже, и объективно говоря, этот вариант мне нравился куда больше первого. Ну типа, а вдруг айфон мне не понравится? Что если будет слишком много костылей, к которым привыкнуть я не смогу, все-таки первый смартфон на iOS? Всякое может быть. Бездумно швыряться большими деньгами, а в моем случае хер пойми за что? Ну такое себе. Ни одному из этих планов не суждено было сбыться. Почему? Объясняю. 9 августа приезжает Гриша в свой отпуск в Тольятти. Да, в Тольятти. Не в Питер, не в Сочи. Сюда. Вот в эту вот жопу. Гриша, тебе, блядь, в Подмосковье хуёво живётся? У вас там, блядь, хотя бы чище. Пока его заселяли в отеле, я его позвал к себе буквально на пару часов, чтобы просто переждать. Далее, что этот хитрый лис вообще делает? Берёт свою сумку, открывает и достаёт оттуда вот что. Я вам честно скажу, что поначалу я от такого подгона хотел отказаться. Тупо из-за того, что до этого он дарил мне вот что на DR. Это третьи AirPods. Перечислять, сколько раз он еще до этого каналу помогал финансово, я вообще заебусь перечислять. Но с другой стороны, я все равно собирался в ближайшее время покупать iPhone. Ждать тем более оставалось не так уж и много. А тут у тебя уже в руках далеко не хер пойми что, а 13 Pro, который довольно не стыдный телефон в плане характеристик. Предтоповый в своей линейке, с внушительным объемом встроенной памяти на 256 гигов. Для меня это прям очень много. Да еще и расцветка такая приятная, она мне сразу понравилась. И вот спрашивается, и вот что делать? Меценату говорю прямо: Гриш, я очень рад, что ты безвозмездно помогаешь моему каналу, но поверь мне, вот это, мягко говоря, перебор. Я возьму этот телефон, но при условии, что я тебе возмещу его полную стоимость. Частями. В месяц какая-нибудь условная сумма, или просто потом все сразу, как захочешь. Но просто без обид, для меня это слишком жирный подарок. Мне было бы стыдно его брать просто так. Я считаю, то, что я сделал, было вполне справедливым. В любом случае, несмотря на то, что ролик вышел довольно длинным, как обычно, я не советую его воспринимать как какой-то полноценный обзор. Личное мнение, восприятие, а в данном случае на каком из двух стульев тебе будет удобно усесться, это не обзор. Обзор — это оглашение спецификаций, тесты, сравнения, в конце концов, глубокая аналитика. И я же ведь не в Data Science работаю, где основной профиль — это и есть аналитика. Но для того, чтобы отследить, что технологии развиваются просто с невероятной скоростью, тут не нужно быть аналитиком. Еще в начале нулевых, когда многие еще пользовались стационарными телефонами, идеи, что в ближайшем будущем появятся смартфоны, которые делают фотографии, распознают лица и поддерживают видеоигры, все это казалось какой-то больной фантазией. Сегодня же
мы видим, как по улицам разъезжают роботы-доставщики, или в фильмах появляются сцены, созданные с помощью нейросети. И все это появилось благодаря дата-сайентистам, тем, кто создает нейросеть и обучает искусственный интеллект. Только за последний год спрос на спецов Data Science он вырос на 120%, а зарплаты в среднем 250 тысяч рублей в России, а за рубежом от 10 тысяч долларов, и более того, каждый год они значительно повышаются. Обучиться этой профессии я рекомендую в онлайн-школе Skill Factory. Средняя оценка от выпускников школы 4,7 баллов из 5, что говорит о высоком качестве обучения. Важно еще то, что ты можешь обучиться этой профессии с абсолютного нуля. Возраст, уровень, образование или опыт тут не важен. Курсы ведут топовые практики из Яндекс, МТС и Nvidia. Будет много отработок на реальных проектах, а менторы будут проверять корректность выполнения домашек и помогать на протяжении всего обучения. У школы есть центр карьеры, который поможет составить резюме, найти подходящую работу и подготовит к собеседованию. 81% студентов из тех, кто прошел карьерные консультации, получили приглашение на собеседование. Ну и, конечно же, график гибкий. Можно регулировать под себя, совмещать с работой, а при необходимости заморозить обучение на время. Задумайся, подобная IT-специализация как Data Science — это та сфера, которая даст тебе стабильность в наше-то с вами непростое время. Дата-сайентисты, они нужны по всему миру. И к тому же, работать можно удаленно. Может быть, пора бы уже наконец-то вливаться в эту тусовку? Я, кстати, могу тебя простимулировать. Переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код, вводи промокод WGC при регистрации на обучение и получай скидку в 45%. Я думаю, мало кто из вас будет отрицать, что iPhone — это самый неоднозначный смартфон на рынке. У него много почитателей и немало противников. Постоянные споры, что iPhone сейчас не нужны, есть множество альтернатив, которые будут и дешевле, и даже лучше — все мы это давно прекрасно понимаем. Но также будем с вами честны, iPhone — это самый популярный телефон во всем мире. Настолько, что даже те, которые далеки от мира техники, среди которых могут быть ваши мамы, папы, бабушки и дедушки, скорее всего, они точно слышали про такие телефоны, а кто-то, возможно, даже и пользуется. Кроме того, несмотря на столь немаленькую цену за данные продукты, по крайней мере в странах СНГ, большинство готовы за это платить. Кто-то повыделываться перед теми же самыми подругами, типа «Ля, girls, смотрите, что мой бойфренд мне подарил сегодня, просто так». Ага, просто так, рассказывай. Не, ну ладно, есть еще, конечно, те, кто просто любит такой аппарат за его максимальную простоту эксплуатации, кто-то просто может себе такое позволить. Не всегда, конечно, за полную фиксированную сумму, кто-то, конечно же, берет кредиты, это, конечно, их решение, это их право. В демонстрации своего долбоебизма. Не, ну серьезно, iPhone в кредит для меня это всегда была хохма. Импортный товар, который и без того довольно дорогой, а к нему сверху еще плюсуется фиксированный налог на технику, транспортные расходы, маржа для магазина, плюс еще и кредит, хрен знает с какой переплатой и у какого банка. И по итогу за простой телефон ты отдаешь больше 100 тысяч рублей. Почти в 2,5 раза больше, чем он стоит на самом деле. Это ли не пиздец? Да на фоне всего вот этого даже покупка в кредит более старого iPhone, который без того упал в цене, даже это никак кажется плохой идеей. За весь ролик я так ни разу про это не сказал, думаю, сейчас самое время. Стоимость данного аппарата с памятью в 256 гигов составляет 87 тысяч рублей. Более внимательные, наверное, заметили, что цвет у него не абы какой, а альпийский зеленый. И, честно говоря, если бы этот iPhone я выбирал себе сам, я никогда в жизни бы не взял бы телефон такого цвета. И дело далеко не в том, что мне не нравится зеленый цвет, нет, мне он очень даже нравится. Просто проблема в том, что на картинках, видеороликах этот цвет, он выглядел на этом телефоне как-то очень странно, каким-то блеклым что ли. Ну вот вживую восприятие цвета вообще другое. Из-за того, что сзади у него идет отделка из матового стекла, у него очень интересно меняется оттенок. Кроме того, я так еще подумал, что данная расцветка, она кажется какой-то более уникальной. Этот телефон, может быть и небольшая, но все-таки редкость, у нас так тем более. Сама же вариация такой тренажки, она вообще появилась только в марте этого года, уже после того, как Apple от нас благополучно свинтили. И стоил он тогда около 200 тысяч рублей. Pro Max все 300. Отсоси у тракториста. Не завидую тем, кому хватило ума его взять за такие бабки, но вот это уже реальное ебланство. Вообще, я до этого много слышал, что матовое стекло — это такой весьма сомнительный материал. Мол, он быстро царапается, изнашивается, собирает отпечатки, бьется после первого падения. То, что он царапается, скорее всего, это даже правда. То, что бьется, наверное, тоже, хоть сам я лично не проверял, не дай, блять, бог. А вот насчет ляпается... Ну вот, к примеру, сейчас, сколько вот я мацаю телефон на камеру, да, отпечатки небольшие есть, но они прям едва заметны. А вот то, что у нас творится по бокам,
Но никаким другим словом, как пиздец, я это назвать не могу, уж простите. Бока чересчур, Марки. Протирать их, чтобы хоть как-то минимизировать следы от пальцев, совершенно бесполезно. Про то, чтобы уповать на отсутствие царапин без ношения телефона в чехле, пояснять, я думаю, не стоит. Глядя на трейлеры данных аппаратов, то, как их кидают без чехла в грязь, на землю, в дамских сумочках с дюжиной всякого говна, и при этом утверждать то, что аппарат максимально защищен от всяких внешних воздействий, ну, это, мягко говоря, пиздец. А самое забавное то, что после приобретения айфона я ведь только сейчас понял истинный смысл логотипа компании. Яблоко — это же ведь символ соблазна. Как там говорилось в легендах, Бог обратился к людям и сказал, что из любого древа, что растет в саду, можно есть его плоды, но съев яблочный плод в тот же день ты и умрешь. Как бы смешно это ни звучало, но говоря о яблочной технике, тут, ну реально есть доля правды. Умереть ты, может быть, и не умрешь, разве что только от гастрита, если будешь покупать такую цацу на последние деньги, но вот последствия после продолжительного контакта без чехла, ты заработаешь точно. А весь рофл в том, что iPhone и в самом деле охота трогать без чехла. Все-таки премиальные материалы, приятные, которые как бы и создавались той целью, чтобы ты получал максимальное удовольствие при использовании смартфона. Ты берешь его в руки, и после этого ты реально понимаешь, какого хуя ты, мразота, столько стоишь. Почему тебя многие хотят? Вот он, истинный соблазн, который зачастую трудно подавить, но, к сожалению, приходится. Чаще всего телефон я ношу именно в чехле, причем даже не сколько от того, что я как-то боюсь его там поцарапать, я скорее боюсь его выронить и к чертовой матери разбить. Опять же, держать телефон без чехла безумно приятно, но через какое-то время при длительном взаимодействии он уже начинает натурально скользить. Если на улице жаркая погода, или даже если дома вы сидите, чилите в игру, телефон за какое-то время слегка подогревается, он также начинает выскальзывать. Это неудобно. Так что смотрите сами. Я бы лично посоветовал от греха подальше раскошелиться на чехол, но тут, правда, нужно быть внимательным, тем более, если вы надумаете покупать не оригинальные чехлы. Ну, к примеру, один такой я уже покупал. Сам-то чехол-то, в принципе, нормальный. Ну, как нормальный? Материал силикона более-менее нормальный, то есть он особо не липнет ни к рукам, ни в кармане. Правда, вот телефон надевается с ним немножко туговато, но это ладно, еще фигня, особо не мешало. Плюс еще порт под зарядку у него вырезан не совсем равномерно, провод приходится прям сильно вдавливать, чтобы он вошел вовнутрь. Ну, и это ладно тоже, хрен бы с ним. Но вот что меня окончательно добило, то, что нету никакого ребра жесткости снизу. А ведь именно в этом месте чаще всего скапливалась всякая мелкая пыль, грязь или крошки, ну, понятное дело, из кармана. Я еще даже удивился, как у меня телефон после этого не поцарапался. Вокруг камеры нет никакого пластикового бортика, там лишь слегка выпирает силикон. Ну и как бонус, сами кнопки, они тоже с ним прожимаются немножко туговато. Короче, обошлась мне эта фигня в 600 рублей. Не с Алика. У себя брал. У перекупов. Я просто с Алика не хотел месяц ждать. Чуть позже я у них купил другой чехол, уже подороже, за 1000 рублей. Там он был прозрачный, силикон, уже с Максейвом, ну то есть это была реплика того самого оригинального чехла. Смотрю, проверяю, надеваю, казалось бы, все нормально, оплачиваю, ухожу, а через 3 дня он у меня в такой кусок говна превращается, весь был поцарапан, в хламину. Показать, к сожалению, не могу, потому что на перерабатывающих фабриках из него уже пачку гондонов, скорее всего, сделали, силикон все-таки. Короче, чтобы уж в третий раз точно не обосраться, купил я себе вот такой вот чехол, оригинальный. Стоит он, конечно, 4200, но тем не менее мне он хотя бы понравился. По крайней мере, материал силикона у него отличим от более дешевого варика. Здесь он какой-то более шелковистый. Вход под зарядку вырезан нормально, ребро жесткости снизу тоже имеется, кнопки прожимаются как положено, есть пластиковая окантовка вокруг камеры, и MagSafe еще присутствует, но он во всех оригинальных чехлах так-то есть. Уж лучше от греха подальше сразу брать оригинальный, а не как в моем случае, когда у меня 2000 просто в трубу улетели. Скупой платит дважды, а долбоеб трижды. Это про меня. Яблочко. Учитывая, что последние года два последние телефоны, которые я гонял, они были самолет-экранами, переход на iPhone новых ощущений, можно сказать, что особо-то и не прибавил, кроме разве что повода лишний раз изъебнуться в произношении таких слов, как Super Retina XDR. Звучит стильно, пафосно, нихуя непонятно многим, а по факту тут стоит самый обычный OLED-дисплей. Уверен, сейчас кто-то по-любому скажет, ну нихуя себе ты зажрался, обычный OLED-дисплей, а что, разве этого мало? Это не мало. Я тем более уверен, что это явно какая-то модифицированная версия дисплея, а иначе природа таких хитровыебанных названий, как Retina XDR, остается непонятной. Кроме того, если уж на то пошло, то с точки зрения восприятия AMOLED и OLED — это по сути одни и те же экраны. Если вы раньше так же, как и я, пользовались смартфонами на AMOLED, то ваш user experience при переходе на iPhone, ну в настоящее время, по крайней мере, он не станет хуже, но и не станет лучше. Хотя насчет последнего есть маленькое но, а именно новые 14-е iPhone версии Pro, у которых экраны, они тупо ярче. До 1600 нит в обычном режиме и до 2000 нит при HDR — это прям очень много.
много. У меня же на тренажке потолок это 1200 нит в HDR и 1000 стандартная. В принципе, это тоже немало. Я хз как остальным, но лично мне яркости вполне хватает. На солнце любая выводимая информация, она вполне читаемая. В темноте же я вообще редко поднимаю яркость выше 1/4. Единственное, в чем iPhone можно сказать, что выигрывает, это опция True Tone, которая немного оптимизирует отображение картинки в зависимости от освещения в помещении. Сильнее всего заметна разница в отображении именно белого цвета или других элементов, имеющих светлые оттенки. Если вот нужно максимально просто, но вот прям для конкретных чайников, True Tone — это авторегулирование температуры изображения. И причем датчики, они не просто пытаются подстроить экран под уровень освещения в помещении или на улице, они анализируют саму температуру освещения. Ну то есть зимним днем на улице цвета будут более холодными, а вечером при домашнем освещении уже теплее. Как если вы возьмете обычный лист бумаги и положите его под разные источники освещения с разной температурой света. Бумага, она не всегда будет идеально белой, ее тон будет меняться. По такому же принципу и работает True Tone на iPhone, iPad, iMac, MacBook и так далее. Более того, эта технология не новая, ей примерно 6-7 лет. Но она реально полезна, глаза меньше устают. И лично я практически вообще ее не выключаю. За редким исключением, когда или хочу сделать фото, или отредактировать готовое в редакторе, чтобы не наебаться в плане цветов. Справедливым, возможно, будет другой вопрос. А как ощущается диагональ экрана? 6,1 дюйм. Может быть, Pro Max с его 6,7 дюймами они были бы как-то получше? И вот знаете, обсуждать дюймы экрана — это почти то же самое, что спросить женщину, какой допустимой длины должен быть член, чтобы тот не ебал ей прям по матке. Тут все сугубо индивидуально. Лично я поначалу думал, что 6,1 будет как-то маловато. Но попользовавшись примерно неделю, я понял, что ну это практически мой идеал. Потому что мой прошлый телефон был на 6,8 дюймов, до этого был 6,4. Когда я приходил в салон связи оформлять себе eSIM, электронную симку, да, в айфонах такое имеется. Одна симка может быть пластиковая, другая электронная, хотя я слышал, что можно ебануть аж целых две электронные, и по факту симок у вас будет не две, а целых три. Так вот, в салоне связи был стенд с айфонами, среди них стояли 13 Pro Max. Я беру его в руки, и такой, блядский рот, да чего же он огромный. Я натурально устал уже от таких больших смартфонов. Меня 6,1 дюйм целиком и полностью устраивает. Устроит ли это вас, вообще без малейшего понятия. Чего я не понимаю до сих пор, это герцовку. Точнее, позиционирование герцовки в рамках продукции Apple. С самой же герцовкой у меня лично все нормально. 120 Гц — это прекрасно. Более того, она еще и адаптивная, спускается до 10 Гц, когда на экране не происходит никаких взаимодействий. К примеру, если вы читаете книгу или новости, вы смотрите видео с частотой 25 кадров, и герцовка тоже снизится до 25 кадров. Если нужно, чтобы батарея жила подольше, включайте режим энергосбережения, у вас герцовка везде будет 60, все это замечательно! Но у меня вопрос, какого хера 120 Гц бывают только в версиях Pro и Pro Max? 14-го iPhone это тоже касается. Это в каком месте у нас вообще долбанулась вселенная, что оказывается 120 Гц у нас нужны только профессионалам? Это в какие вообще аналы натягивали маркетологов и самого Кука в своей прогрессивной стране, что из-за этого самые популярные телефоны в мире где-то имеют 60 Гц? Ну ладно бы там еще стояло 90, все бы мог понять. Телефоны дешевле, аккумуляторы там слабее, это уже две вполне допустимые причины, а то, что творится сейчас, это какая-то хохма, не иначе. Ну и вишенка на торте, конечно же, челка. Под ранним видосом про MacBook, плюс еще когда давно было обсуждение на одном из стримов, я там слегка проехался по этому моменту, сказав, что все это поебота полнейшее, что челка будет сильно выделяться, скорее всего раздражать, как к такому вообще можно привыкнуть, уж тем более не замечать при ежедневной эксплуатации, и знаете что? Полноценно я к ней так и не привык, за 2,5 месяца. В то же время, я и не скажу, что эта монобровь меня стала как-то сильно раздражать. Быть относительно незаметной в своем присутствии у нее более-менее получается лишь только в одном случае. Если вы так же, как и я, любите использовать темную тему. В таком случае да, иногда я ее или не вижу вообще, либо она выделяется, но вот прям едва-едва. Настолько, что даже можно сказать, ну и хер с тобой. Хуже всего мною воспринимается лишь только или видеоконтент, или если я хочу во что-то поиграть. А теперь то, что я сейчас скажу, вот просто вдумайтесь в абсурд данной ситуации.
Многие ждут презентации новых айфонов для чего? Чтобы посмотреть, что будет нового в плане железа, какая там будет новая камера, фишечки в плане программного обеспечения. Я же, как идиот, в течение первого часа презентации, выслушивая важнейшие пояснения об отслеживании овуляции в новых вотчах и то, как они со второго раза допилили свои же, блять, наушники, ждал одного. Чёлка, а она останется или нет? Да это пиздец. Показали сперва простые айфоны, как оказалось, челка там остается, и я такой, блять, окей, ладно, что там по прошкам. Лукавить не буду, но я был удивлен. Да, динамический островок это и вправду выглядело оригинально. Недостаток вроде бы с одной стороны и остался, но путем грамотно сделанного софта они смогли его хоть как-то обыграть. Но как только показали просмотр видеоконтента, у меня был ступор. Это еще хуже. Теперь появляется чувство, что тебе не просто надгрызли кусок телефона, словно яблоко из логотипа, а буквально насрали на него. Тут сразу же пришла такая мысль, знаете, а не так уж и плохо, в принципе, с текущей-то челкой на телефоне. Ладно, сволочь, твоя взяла. Кроме того, я это не сразу заметил, но оказывается, начиная с 13-ки, саму челку сделали немного уже. Не сильно, но на глаз чувствуется разница. В любом случае, жить с такой херней можно. Просто подобная акклиматизация, она будет идти дольше, чем я ожидал. Яблочко. Если бы я захотел попробовать перечислить преимущества и недостатки iOS по сравнению с Android, мне даже страшно представить, сколько времени могло бы все это занять. А следовательно, по понятным причинам, тут все будет максимально ужато, да и просто имха. И да, если что, на iOS 16 я пока что не обновлялся по личным соображениям, да и в целом фундамент всей обновы, он связан лишь только с экраном блокировки, а для меня это не совсем серьезно, мне важна вся начинка целиком. iOS мне в целом понравилось, я говорю без шуток. Разумеется, эта система не лишена некоторых вил, но, допустим, для себя я не увидел в этом какой-то слишком большой проблемы. Ну, к примеру, многие жалуются на закрытость этой системы, мол, скачать можно лишь только то, что дают, и ничего извне. В редких случаях некоторые задачи требуют немного больше действий, чем если бы в руках у вас был бы Android, но извините меня, вы считаете, что Android везде и во всем идеален? Да хрена с два. За 10 лет пользования Android я понял следующее. Android — это сплошной беспорядок и хаотичность. Иногда, казалось бы, с виду простые настройки, они могут находиться в таких кромешных жопах, что самому их по итогу найти не представляется возможно. Но я не знаю, вот первое, что мне сейчас пришло в голову, это когда я покупал себе Xiaomi Mi 9T, я себе тогда весь мозг выебал, пытаясь найти настройку отображения процентов заряда. Искал либо в настройках батареи, потом в дополнительных опциях, по итогу психанул, включил гайд, и оказалось, надо было искать в настройках экрана, затем строка состояния, и только потом ты находил этот блядский пункт с процентами. Беспорядки в файловой системе, когда у тебя сплошная куча мала из фотографий, скриншотов, скачанных картинок, а потом тебе все это приходится перебирать вручную. Кэш, иногда забитый просто хуй пойми чем. Это я еще молчу, что у каждого производителя смартфона есть своя версия оси. А значит, смени ты смартфон на варик от другого производителя, то и система будет устроена по-другому. Конечно, может быть повезет, и она окажется удобнее предыдущей, но бывает такое, что и наоборот. Ну зато эта система открытая, ну охуеть можно. То есть одно преимущество у нас перекрывает все недостатки? Серьезно? Что же такое iOS на самом деле? В первую очередь, это порядок. Любые настройки, опции, какие вам нужны, они всегда будут иметь свое логичное расположение. Можно сказать, что запутаться где-либо тут практически невозможно, хотя и бывают случаи, когда система может ненарочно ввести вас в заблуждение. Но я не знаю, например, вот для обзора третьих AirPods мне нужно было найти эквалайзер. Я полчаса пытался его найти, затем гуглю, где он, а потом выясняется, что его и нет вовсе. Первый и единственный случай, когда я просто запутался. Конечно, можно подумать: ой, Миш, ну все с тобой, короче, понятно. Только, блядь, прикоснулся к этой своей iOS, сразу вкусил все ее прелесть, еще будешь наяривать тут как не в себя. Это вообще не так. К примеру, мне не нравится, что имея несколько свернутых приложений, я не могу их полностью закрыть одной командой. Каждое окно приходится закрывать по очереди. Сейчас я к этому уже привык, просто стал закрывать приложение сразу, выдрессировал себя, так сказать. Но первое время было жесть как неудобно. Меня не устраивают некоторые системы жестов, например, возврат на предыдущую страницу свайпом именно с левого края, когда на андроиде я мог это легко сделать еще и с правой. Мне не нравится, что в органайзере, или как это вообще называется, я не могу расставить быстрые настройки в том порядке, который нравится мне. Этому поддается только нижняя половина экрана, и то, чтобы это сделать, нужно не перетаскивать иконки, а заходить в настройки. И вот именно здесь, путем того самого удержания, пытаться их как-то переставить вверх и вниз. Вообще, в целом, я понимаю, почему именно там удержанием их нельзя переставить, потому что там привязаны доп. Настройки, но черт возьми, хотя бы, блять, маленькую шестереночку можно было добавить, чтобы не делать лишних действий. А теперь внимание, это все критичные минусы, которые я нашел. В остальном для меня это практически идеал. Яблочко.
Одним из самых неоднозначных элементов айфона здесь может быть разве что только камера. Еще сильнее противоречивость некоторых ее возможностей всплывает тогда, когда ты вообще вспоминаешь, как твой телефон называется. Как в моем случае 13 Pro, типа профессиональный. По порядку. У меня камера на 12 мегапикселей. На первый взгляд это кажется пиздецки мало, тем более для 21 года, когда телефон выходил. Но есть один момент. Это модули, которых всего 3, как в моем случае. И каждый из этих модулей, а именно телефотообъектив, широкоугольный объектив и сверхширокоугольный объектив, у каждого из них разрешение матрицы по 12 мегапикселей. Различия между ними, конечно, есть, но разве что только в диафрагме. В то же время, когда у камер на Android-звонилках, чаще всего основная камера имеет максимально возможное количество мегапикселей, которое у нее заявлено, например, 48, а уже вспомогательные, как тот же ширик, имеют 5 или вообще 2 мегапикселя. Ну и кроме того, вы, наверное, сами уже давно знаете, что в телефонах за итоговое качество фотографии отвечает не только сама камера, но еще и софт, который доводит картинку до максимально вменяемого состояния. А плюс ко всему, в Pro-моделях iPhone еще предусматривается дополнительный датчик LiDAR, который помогает лучше сканировать пространство во время съемки, позволяя добиться еще более лучшего результата. К примеру, портретная съемка. Я хз как вам, но лично мне итоговые снимки очень даже вкатили. Не идеально, прям до идеала, конечно, далеко. Кроме того, даже если вам кажется, что фотка вышла слегка неудачной или вообще косячной, ее можно легко вытянуть, ничего не переснимая. Ну вот вам пример одной такой косячной фотки. В чем проблема? Во-первых, долбоёб под градусами на переднем плане решил, что будет охуенной затеей сделать селфи в портретном режиме, когда позади него стоят люди, это, блять, уже потрясающе. Но окей, допустим, я хотел сделать акцент только на себе любимом. Что я получил в итоге? Размытие заднего плана, оно получилось неравномерным, и один из тех, что стоит позади, почему-то выглядит четче остальных, причем заметно четче, да еще и со сглаживанием по краям, что выглядит немножко стремновато. Что мы с вами делаем? В редакторе фото просто регулируем диафрагму уже на готовой фотографии. Спрашивается, стоп, а это вообще как? Если я правильно понял, то во время съемки iPhone делает по сути не одну, а несколько снимков за раз. Просто остальные они существуют в виде небольшого кэша. И как итог, мы теперь получили нормальную фотографию, которая должна была быть изначально. И кстати, говоря про кэш, даже в этом случае такие фотки, они не весят особо-то и много. Ну допустим, у меня в максимально совместимом формате самая жирная фотка весила мегабайт 9, остальные в среднем 3-4. Правда, вот если бы я долбанул режим Pro RAW, чтобы фотка была вот ну максимально не сжатой, да еще к тому же 12-битной, там уже мегабайт 25-30 бы уже весила одна фотка. И вот когда фото нужно поправить, именно в этот кэш iPhone и лезет. А это значит, что такие фотографии вы можете править сколько вашей душе угодно. Например, сегодня вы сделали одну фотографию, сделали ее, подкрасили, вот вам поначалу все нравится, а на следующий день такой, блядь, что-то не то, много контраста, местами тона не те, ну короче, 305 на неделе. Вы просто берете и хуяк откатываете назад всю постобработку. И можно повторить все заново. И так до бесконечности. Черт, если вы мне сейчас скажете, что такая шняга уже давно есть, хуй помимо каких-то андроидах, есть дополнительные приложения, которые могут то же самое, может быть даже и лучше. Во-первых, я этого не знал, а во-вторых, даже если это правда, это говно, а не аргумент. В каких-то там андроидах такое имеется, что значит в каких-то? Вы любой iPhone купите, у вас такое будет везде. Начиная с 10-го, по крайней мере, если я не путаю. Ночная съемка. Тут уже будет все немножечко спорно, но учитывая, что я тот еще не объективный пидорас, как, наверное, уже многие написали, я вам скажу, что ночная съемка мне более-менее вкатила. В редких случаях, конечно, бывают немножко странные результаты, когда идет или перенасыщение от желтизны, или же наоборот, камера немножко не дожимает по остальным цветам, ну, по крайней мере, в рамках допустимого все-таки съемка ночью, все дела. Но все это при желании абсолютно так же спокойно вытягивается редактором. К слову, я ведь только недавно заметил, что iPhone оказался в принципе первым смартфоном, где я стал немножко практиковать ночную съемку. И здесь она реально нормальная. К примеру, среди ночи, когда у меня бессонница, делая заезды на велике километров по 20-30, меня стала завлекать ночная фотоохота. Яблочко. Видеосъемка. Учитывая, что флагманами на андроиде с ценником плюс-минус сопоставимые, как у iPhone 13 Pro, я не пользовался никогда, то и говорить о каком-то превосходстве или наоборот деградации в плане качества я не могу тем более. Просто скажу как есть. Мне вкатило. Не прям уж, конечно, сильно, но поверьте мне, я ожидал, что будет хуже. На деле вышло просто очень хорошо. Не более. Любые презентации айфонов, любые обзоры на подобные аппараты, как недавно я обратил внимание, они чаще всего имеют акцент именно на съемку. Высокое разрешение, высокая частота кадров, стабилизация. Ну ты прям смотришь такой на трейлер и задаешься вопросом, а нахуя тогда вообще покупать профессиональные зеркалки, если есть айфоны? Это все, конечно, очень большое заблуждение. Никакие смартфоны сегодня и в будущем они вряд ли заменят более профессиональные решения. Хотя iPhone частенько замахивается туда, куда, наверное, бы не следовало. Но я не знаю, возьмем в пример съемку при помощи кодека ProRes. Я объективно не понимаю, нахуя он нужен в телефоне. Что такого на нем можно снимать, чтобы оправдать его поистине ебанутые размеры? И причем под размерами я не подразумеваю разрешение, а именно вес этих самых файлов. Минута ролика занимает
снимать в среднем 6,5 гигов. Почему так? Дело в том, что ProRes, он снимает ролики практически без сжатия, для более комфортного редактирования при монтаже, в особенности в Final Cut. В таком формате заявлена лучшая детализация изображения, минимальное количество зерна артефактов по краям, да и общего сжатия картинки в целом. Более того, доступен он только в Pro-версиях iPhone 13 и 14. И то в случае с 13 Pro, если вы возьмете минимальную комплектацию на 128 гигов, в них ProRes не даст вам снимать в разрешении выше Full HD, отчего ты еще сильнее задаешься вопросом, какого хрена ты вообще существуешь в телефоне. Если даже съемка в 4К и 30 кадров, а у меня это потолок, точнее, потолок в ProRes формате, так-то я могу 4К 60 FPS вообще снимать, если даже там ты не видишь объективной разницы. Вообще, кстати, вот как я узнал позже, истинный смысл ProRes, он больше для того, чтобы более качественно снимать динамические объекты, особенно если их много. Съемка же без ProRes путем общего сжатия, она не может нормально запечатлеть каждый отдельный кадр, просто из-за того, что обработка там идет, грубо говоря, на опережение. Предугадываются следующие кадры, причем пачками, отчего динамические объекты, они могут быть слегка смазаны. В ProRes каждый кадр обрабатывается отдельно, потому итоговые файлы и весят так много. И объективная надобность такого среди обычных пользователей, она нулевая. Среди профессионалов, кстати, тоже. Так, погоди-ка, стоп, ты же ведь только что говорил, что такие файлы, они лучше поддаются обработке в Final Cut, сохраняют больше информации в кадре, не калеча следующий. Как это может не подойти профессионалу? А вся проблема кроется в лайтнинге формата USB 2.0, который и обычные-то ролики перекидывает не особо быстро, а то, что в ProRes, там вообще можно охуеть от ожидания. Представьте, что вы наснимали в ProRes видеофайлов суммарно на час, если у вас тем более встроенная память на терабайт. Сколько времени они будут передаваться на комп? Не знаете? А я знаю. От 3 до 4 часов. Файлы, которые снимал я, а их было не особо-то и много, суммарно минуты где-то на 4, и то некоторые я уже потом удалял, потому что они были косячные, они передавались на мой комп почти 20 минут. Я не понимаю, вот у Apple в 17 году выходила вариация iPad Pro, там тоже был Lightning, но он был по стандарту USB 3.0, а сейчас уже Type-C. В 17 году, в 21 году выходит смартфон типа для профессионалов, но они до сих пор имеют устаревший стандарт передачи данных. Ну окей, ну не хочет Apple отказываться от Lightning, предпочитают стричь на этом бабки, да и хуй бы с ними, пусть подавятся, но почему нельзя впихнуть USB 3.0, если уж тем более когда-то это делали на iPad? Но даже это не самое страшное, ведь снятый контент еще нужно кому-то показать. А что у нас есть более популярнее интернета, особенно Ютуба? Вот тут и кроется коронный гвоздь в крышку гроба кодека ProRes. Несмотря на то, что сам Ютуб, он поддерживает ProRes, он все равно пережимает данные под формат H264, чтобы и место на серверах занимало немного, и чтобы пользователь получал просмотр контента без буферизации. Я еще молчу про то, что даже по сей день малый процент людей смотрит ролики в 4К, порой даже не всегда в Full HD. И в совокупности вот этого вот всего оно сильнее демотивирует настолько сильно запариваться с детализацией контента, особенно зная, что потом качество твоего итогового контента, оно будет хуже процентов на 5-10. А следовательно, ProRes это настолько узконаправленная херня, что даже если взять условно 100 тысяч пользователей подобного аппарата, среди которых определенно будут непрофессионалы, многие могли купить iPhone просто за счет лучшей батареи или 120 Гц, а про существование ProRes они могли даже и не знать, из 100 тысяч людей в реале таким будут пользоваться от силы 5-10. Цифры, конечно, да, понимают, взято с потолка, но попробуйте сами задать себе вопрос, где бы оно пригодилось вам? Ну вот в реале. И уж тем более, умеете ли вы такое обрабатывать? Я, к примеру, не умею. Не, но только если это не видео домашнего содержания. Ну там же тоже есть динамика, все дела. Да, вы, конечно, скажете, Миш, ну зря ты так, это все-таки, наверное, инновация, на андроидах такого, скорее всего, нет, блять, да грош цена такой инновации, если даже применить по-человечески ее почти негде. В остальном же, iPhone меня всецело устраивает. Может быть, я, конечно, и перегнул палку, что больше не вернусь на андроид, но хотя бы пару лет шанса этому устройству я, пожалуй, дам, а дальше видно будет. Яблочко.